дорого будет стоить такая пыль? 1700. Ну, он вообще там сварки нету, там все положено, только колонка, она там. Нет, тяна недорого. Если в идеальном состоянии, да, то вот это 40. Сколько там? Вот это нем. Опять же, не сам на лицах, на Сколько она стоит? 5200. Говорим так. Даже $5200 телефон. Звоните, уточняйте. Это какого года? Седьмой. Ну знаешь почему? Он какие вообще цвет? Они немножко дешевле говорят. Если ты черный надеюсь. Я думаю, камни тоже надо посмотреть. Идем вокруг. Вот там камни посмотрим. Потому что они вообще реально хорошие машины. Лучше, чем тебя, ну, чем мы сам. Вон, посмотрим серую? У нас есть. Да. Виноват ты сам, да? Машина. Нет, там я не 240-ую найдем, я так вижу, да, 600 хотят, да, вот здесь. Горду цей капает. А это нет, это 11-й, нет, это дорогие они. Да, Серег, с 6-7 года идут Камри. Да, 7-й. Ну, фигня уже посмотрим. Цен пока нету. Суббота. Только Skyline. Мы только мы смотрели Fuga, Skyline и это. Тян. Все эти из этих трех правовым только отлично. Skyline и только везде. 10700. И еще знаешь, за сколько Camry мы купили этот Skyline? 12 год. Просто смотали Skyline. Здесь нам еще интересно, пока не надо тоже. Да. Да. Классно. Так, Серег, знаешь, что ты вообще, если что-то будешь говорить людям, ага, ты об этом тоже напоминай, просто люди смотрят ролик, да?
сейчас они приедут сами и не будут выбирать на рынке. Ну, вот они увидят нам на рынке, например. Что мы не можем, что ли? Там просто скажи, что в основном 95% случаев на рынке ничего не находится. Дорого стоит. Поэтому, например, там 2 дня вы будете смотреть за пределами рынка, за Ереваном, другие города. Вот они думают, что эти 150 долларов, которые мы дают, это очень дорого. Но они не понимают, что на 500 долларов они находят по-любому дешевле, чем они сами будут искать. Ну да, все правильно. Сами с той стороны. А это что такое? Станк. А, нет, да, это. Это кого? Какой 12-й, а? Вроде второго, да? Мустанг. Вообще прикольно. А сколько он стоит? 8500? 8500? Зверь. 8500, 8-й год, Ford Mustang. Красавчик. Ну, 8, считай. На столе положу, положу и все, твоя. А это что такое? Королла, да? Что за модель Королла? Слышишь? А вот смотри у нас. А я ему уже предлагал. X-Trail. 6-й год, 2 литра. Блин, почему это? Цены не пишут. Японец. Ну, потому что торговать они хотят. То есть не придумали. Перекидка. Нет, придумали. Думаешь, что подороже продать. Надежда всегда у них есть дороже продать. 2.4. Вот. А это американец. Ну. Плохо. Че, может? Просто она для этот информации позвонить. Сильно, сильно битая вот эта. Да? Да. Не а, блин, я не взял эту. Ты считал машине, 100 метров? Да. С собой? Остался, да. Блин, а бегаешь? Ну да. Все равно нам надо Олега проверять. Да я слышу. Как новенький, да. Он хоть скажет, похожите ко мне. У меня супер-тенсор. Смотри, там он какое безумие синее стоит. Какой? Синее безумие стоит. Да, вот, смотри, тоже красивая. Только а, да, чуть... Ну, они дорогие вообще. Вот это есть. А, нет, подожди, почему дорогие? Она перекидка. Ну и что? Все перекидки здесь правый руль не найдешь. Ну, хотя мы нашли, было 8 тысяч. Блин, ну цены нашли нет. 3-5 GT. Праворульную 8 тысяч. Смотри, а это еще на транзитках. Ну да, они меняли руль и сюда. Диски огонь прям. Так, кому нужен мустанг? Номер телефона. Да. Карбон. Бампер. Я ой, думаю, карбон красивее, спойлер. Да, Куба, чем Тиана и двойной Куба. Выхлоп. Она, ой, кажется, как будто пора побольше. Бомбический вид вообще просто. 34 тысячи километров, 20 тысяч долларов. Вот, Форд. Да ладно, реально 20? Да. Это пленка просто, это не карбон. 34 тысячи. Пробег почти новая машина. Как говорится, вид имеет. Да. Блин, ну такая харизма, да? А вон, что у нас? Скалик? Купе, кстати. Куда мечтал купе? Вот, напротив Феникс стоит. G35.
Вот смотри, бампер, фары левые, хотя не... $6000, 132 тысячи километров, шестой год. Американец? А может, Японии? Это американец. Американец, но нет, подожди. Что за машина? Трейд-ин, это финик. Они дешевые. То же самое. Только... Ну, купашка, она, конечно, маленькая. Маленькая, думаю, не стоит. Ну, есть у нее тысячки, да. Но там тоже есть двери. Да, да, и двери. Вот. Не очень опрятная машина. Так, это у нас вообще современная, прям свежая. 13-й год, 99 тысяч пробег. Это дорого будет. Уже 37. Да. Это то же самое. Американка. Салон вообще отлично, но нету цены. Пятерка, рестайл, 528 май. Это как у тебя, что ли? Да, но тут какие-то зазоры у нее не очень. Джойстик. ЦЦЦ. Вот это? Какой год? Шестой. Вот это можно посмотреть. Как вариант, а? Просто для своего. Да. Слушай, а это Infiniti, это не Nissan. 160 тысяч пробег. Это не Nissan. А, ну и Infiniti, а не Финик. Некрашенный вроде. Сам Макс, да. Три и пять. Ну это неправильно клеили. Там есть ценник, Санек, на максиме? Нет. Какой год 11, он дорого. Да, этот с долларов 11 будет стоить. Так, пятерка, рестайлинг. А, нет, это дорест по фарам. Или рест. Смотри, какое состояние. А, это рест, рест. Смотри, какое состояние. Мерс? Блин, все тонировано. В Армении можно тонированным гонять. 167, в принципе, блин. 167 тысяч. Вообще, огонь. Как новый, шестой год. Кожаный салон. Да, да? Причем, смотри, коричневая кожа. Да, классно. В идеальном состоянии дерево. Ценные породы дерева. Вот чуть-чуть здесь есть косячок. То, кстати, есть небольшой косячок, за него скинуть могут. Хорошо. Но Санек не захочет. Что-то не понял у меня, что. Так, окно, кстати, ушел. Nissan. Так, восьмой год. 62 тысячи. Блин, тоже нифига никакой информации нету. На транзитах 2,5. Перекидка. Альтима. Смотрел Альтиму? А я смотрю, она на грузинских транзитках. Еще. Так. 13-й год. Вот это. Саш, ты смотрел Блюбер? Блюбер смотрел? Ну, Блюбер. Ну, это, которая в России идет как Альмера. Что, не хочешь этот вариант, да? Перекидка. Ты как увидел эту фугу, да? Не, ну вот это не надо, вот именно вот эту. Она прям вся какая-то уставшая, слишком. Я вообще говорю. Вообще, ну... Вариант, но он говорит нет. Как фугу, видел фугу.
Как так могли с тобой сделать? Там Певчанский. Не, не хочу трех смотреть, она прям очень устала. Да, огуречек. Вот это да. Мазда пятерка, редкий автомобиль. Это сразу продастся там. Минивэн. О, кстати, Прадик. 150. 8-й год. Большой. 4 литра. Какой-то там уже стреляный салон. Причем панель обтянута какой-то тряпкой вообще. Фиг знает. А, это просто накладка. Просто накладка. Кожа. Блин, цены нету. Огромных колес. Яна. Хаммер 6. Вот Яна. Вот это может посмотреть. Санек, смотри. Иди смотри этот. Тиана. Не Хаммера. Тянут. Хорошая вообще. Такая посадка высокая. 2.3. Химчистку не делал. Такой. Просто помыл. 250 где-то пробег был. Что это? Что, блядь? Наверху? Седьмой год. Сиденье комфорт. Капри? Это такой же, как у тебя? Нет. Не, у меня пятерка. Значит что? Тройка. А. Оп, смотри, какой значок какой-то. Ух. Ну это от Hyundai, да. Наклеили, что-то ржавый какой-то. Автовин, это компания какая-то? Genesis такая. Вот, смотри, Fusion. 20 тысяч миль, 2.5. О, знаешь, сколько стоит будет? Ну, да. 13, наверное. 13-14 тысяч долларов где-то будет стоить. Может, даже и дороже. Салон идеальный. Блин, все тонировано, нифига не видно. Х5? Да. Вот, смотри, прям без пробега по Армении. 6-й год. Ну, по-любому перекидка. Сейчас 5-й посмотрим. Блин, нету цен, нету цен. Диски просто зло, разноширокие. Выхлоп. Скорее всего, это японец. Так, тут все родное. Тачке нужна полировка, бампер немного. Это, покоцанный. Серёг, что за машина? Это... Какой кузов? Саша говорит, у нас таких нет. Не могу определить. Камри? Сье. Что это? Какой кузов? А? Это новее. Новее? Ну, это, может, 300 или... Американка. Южан. Станил. Соната. 15-й год. Телефон. Звоните, уточняйте. Тряпка. Блин, тоже просто в хлам тонированный. Ничего показать не могу. Та
Toyota тоже свежая будет. Кэмри. Вот 40-й. Очень? А ты сходила с Старстоп? Ну тут есть. Вот 40-й, вот это, да, тот новее. Где? Такой свет нет, да? Нет. Это, да, это хорошо. Вот. Что это у нас? Вот, это типа GT. Ярко. 3,5 литра, 7-й год. GT. Вот типа GT вот это. Транзитки, ферматик. Американка. Селектор переключения на руле. Лот. Звоните, интересуйтесь. Пойдем. Audi S-Line. Немного битый бампер. Кожаный салон. Так, немного пластик нуждается в химчистке. Электронный ручник. 3.2. Кватро. А6. Ну. Задний диван нормальный. Цены тоже нету. Ну это в районе, я думаю, 9 тысяч долларов, но надо смотреть. А гибрид там. Пес. Обзор собачки. У нее, кстати, где-то кутятки здесь есть. Что? Кто посмотрел? Фуга, да. Фуга? Левый. Перекидка. Очень классная. Красивая. Тряпка. Ну, твое первое впечатление про авторынок, про Ереван, про людей. Ну, хотя ты мало еще общался с кем, но вообще поделись хоть каким-то своим впечатлением. Ну, частично похож на Саратов. Но чище Саратова, согласен. Чище Саратова. Ну такие же горы, вот серые дома вон там. Понимаешь, да? Про что говорю? Да. Горы, степь, горы, дома. Девятиэтажные. Ну серые. Как дома, да? Да, как будто не уезжал. Ага. Только несколько часов в самолете пыток коленками об соседнем, блин, это. Ну это ты просто высокий. 1.90 м, да? 92, да. Спасибо. А, мерси. Смотри, вон. С этой стороны стоят. Да. Леопарды. Опять нам Арсен помогает. Подбираем еще один автомобиль. Людей сейчас здесь меньше. В общем, сейчас, я думаю, наверное, идеальное время, чтобы сюда ехать. Правильно? Россияне вообще любят вот эту Хонду. Да, ребята, россияне любят Honda Elysion. И здесь много. Пока много. Да, пока. Пойдем много. Наверх, посмотрим. Стоит. Если найдется за 6. Японец, дурец. 6-й год, 3 литра. Ой, это японец.
А сколько она стоит? 11. 11 тысяч долларов, японец, люк, 530-ка. Звоните, пробег если кого-то интересует. 103, оригинал. 103. Жули перекидка. Вот наш лук стоит, лук любит. 13-й год. Бля, вообще пизденно. Блин, это Максима. Максимум? Да. Но это 13-й год. Она просто так современная выглядит. Эсака! Вот, Ешка. 3.2. Кстати, хороший движок 3.2. Ага. Сейчас. Перетонированная заводская голубой цвет. 2002 год. 130 тысяч километров японец. А там не было. Вот. Какая? Вот? Для тебя идеальная машина? С одной дверью с левой стороны и с двумя дверями с правой стороны. Ага. А почему? А, ты же длинный, да? Типа. А что, за мной никто не садился? Это Veloster Hyundai, 15-й год. Mercedes тоже, да? Да, он вообще прям свежачок, да. Очень хороший. Причем у него еще стекла такие с голубоватой тонировкой. Такой, знаешь, для бельмож. Автомат, 2 литра, первый год, 46-й кузов. Че же они все перекидки-то, а? Ну все перекидки, но есть на правой. Ну, вот, но это прям вот... Найдем здесь как-нибудь там 2-3 машины все равно. Так, Финик. Финик немножко с коцками, 11-й год, 3.5, фулл. Нету, блин, цены. А у нас таких нет, Крайслер. Каких? Вот таких. Акура? Крайслер, блин. Дальше вот. А, Крайслер? Ни одного нет, не видел вообще ни одного. 3.6. Да, он не понимаю. Вот, смотри, сороковуха. Это сороковой, да? Да. Что-то это, номеров нет. Эба, наверное, одного человека. Ты тоже нет. Все эти три, наверное, одного человека. Еще 4-5. Корреспонденты из России, Саратова, да? Из Саратова. Молодец, молодец. Ребята, какие машины вам нужен? Скажите. Дешевые. Любые дешевые есть. Какой? Сколько? Цена, скажите, цена. Какая? Есть она, есть она. Жата гидбомена. Камри ка? Кемри? Вецтив. Вецтив? Вецтив. Вот, седьмой, восьмой, вот. Седьмой, восьмой. А сколько они вообще? Ну, где-то примерно это не мои. А мои вот это. Раз, два, три, вот. Ну, это где-то 7 с копейками. А, 7. А это 13-й, это 12-й год, это дорогой машина. 13,5 тысяч долларов. Он стоит 13,500. Ну, хозяин сейчас приедет. Кэмри. Салон кожа-тряпка. Состояние хорошее с виду. Есть, конечно, какие-то вопросы по зазорам сзади. Американец. Надо пробивать. Блин, бусиков вообще просто пруд-пруди, любой выбирай. Там даже на золотых. Камера, я так думаю, это не оригинал. Блин, на Альфа-Чи, ребят, никто не спрашивал, не буду цены смотреть. Но их здесь очень много. Америкос. Nissan какой-то. Altima. Это свежий, это новый практически. Да. Блин, ну тоже в хлам тонированный, нифига посмотреть нельзя, что там внутри. Вот, смотри, камрюха. Цвет, смотри. Золото. Ну, будешь как шейх ездить. 2010-2011. Тотал на ней написано, смотри.
катал. Не просто так написано. Смотри, тут даже номера американские еще есть. Пенсильвания. А это что это? Камри. Какой год? 11, блин. 11, но 10 стал. Да? Тряпка. Нет, Серег, я думаю, давай настроимся на 6 год Камри. Если найдем, вот Серегу говорим, ну говорит, ну за 6500 так можно взять. Вот Серега тоже говорю, ребята ищут. Ниссан 12-й год. АМГ. Бананчик. Японский. 5-й год, 109 тысяч километров. АМГ. Фотка типа мой. Ага. Но где-то в районе 12-13 тысяч долларов. 5-литровый, да, он? Да, он 5,5. Смотри, вот у них у Мерсов такая голубоватая тонировка. А вот у этого нет. Прям нравится очень. А это нет. Чего? Нет, тут нет. Что-то. Нет. Дождик. Ну, где-то, может быть, 11-10. Ну, то, что... А это 5,5 АМГ. А как это Каха нет, любит. Ну, все. Это... Это японский прикол, они рычаг. Любят. Цельный. Но это же безрамочный стекло. Ну, да. У нас что такое? 3,5? 5,5. Это не АМГ, это обычные бампера. 91 тысяча. Здесь, видишь, уже тонировка обычная. Ну, он не АМГ. Может, на АМГшных только голубенькая тонировка? Не знаю, мне так нравится. Только голубенькая. Такая цвет. Блин, ну, конечно, медленно, да, прикольно. Но... Да я думаю этот, Санёк. Мы посмотрим. И гибрид, кстати, прикольная штука. Да, только заряжать нельзя. А зачем? Он от бензинки заряжается. Ты едешь, она заряжается. Камри. Инфы нету. Десятый год, Серёга. Какая, красная? Десятый черный. Сколько? 7000. Нормально вообще говорит, не так уж. Ну да. Это норм. Ну я думаю, может найдем 6-й год хорошую зашить. Слушай, а он стоял, кстати, там, а привет. Цешка? Это свеженькая. Джетта, Фольц. А тут у нас Фольцы одни. О, смотри. Джет универсал. Запечатлет. Никогда не видел это. Джет универсал? Да. Ни разу 2, не видел. 2,5. Ну тоже нет инфы. Нет, состояние нормальное, но нет инфы. Да, это так, Тиана. 2,3. А? Тиана, говорю. 6-й год. Ну что, вообще красиво, черный смотрится, да, вроде? Да. Хорошо смотрится, конечно. Эльквазер Вестив, Юни, Славик, Камфи. Никитка. 4800 говорит. Какой пробег? По 15 тысяч. Нормально пробег. 4800 долларов. 115 тысяч пробег.
Тиана, перекидка. Точно? Телефон видели. Можете позвонить, узнать. Сейчас наличие. Ну, да еще, думаю, поторговаться можно. Так. 46-й кузов. Тряпка. Не максималка. 1,8. Такие стоит, не стоит брать. Движок очень плохой. Нива на пацанских фонарях. Ниссан перекидка. Ты блогер? Да. Можем поговорить без камеры? А по газу тогда. Арат. Идите, я просто так сниму быстро. Блин, это просто хищная штука. Японец. Ребят, он по-любому очень дорогой. Тот, кто ищет, позвоните. Аппарат просто в пушках. Немножко бампер нужно передний подкрасить. Сиденье на вид 120-130 тысяч пробег. 3.5. Хороший движок. Много не жрет. Это что, шторка? Банан? Да, это банан. О, Япония, это вообще. Да, да, ну, полирнуть надо немного, передний бампер немного вывести. Немножко гири, косяки здесь. 30, что? 132 тысячи. Я угадал, прям говорю, 120-130 тысяч, судя по сиденьям. 130 тысяч пробег. Ну, чуть-чуть здесь вот, надо хром полирнуть. ГТ-шка? Да. А, вот, да, вот, да, про вот это. Да это космос будет стоить такой аппарат. 20 тысяч. Нет, ты спросил. 20 долларов. Ты знаешь, ничего, вот. 10 и 20 тысяч. Четвертый год, 40 тысяч километров, японец. Ну, это будет очень дорого. Это будет стоить в районе 13-14 да, тысяч ну, долларов. Может, 12. Ну, 12, может быть. CLS, Купеха. Так, ладно. Это. О. Е60. Я не пойму, что за вес. Япония. Это не ем. Я знаю, что это не ем. Диск. Волт. Смотри, выхлоп какой просто. Волт. Тиана не ходит, хотите? А сколько стоит? За 3500. Пробег? Ну, Тиана, Тиана. А. Не, правильно спрашивают? Нет, мы тоже посмотрим. Тиана 3500 долларов. Тианы вообще как прям копейки стоят. Перекидка.
իշխան եմ քեզ տալի։ Մնաց է կոֆե, մնաց է չայ։ Սակուն։ Երկու հարել, հա, դե գիտե ճանաչում ես, թե մարդը դրա համար էլ է գներն է։ Ուրիշ կլինի, ուրիշ գները։ Հա, հա, սուճա։ Ты уже звездой стал, блин. Ага, хорошо. Сейчас, знаешь, так этот ко мне подходит и говорит, брат, классное видео, вот тебе М5, Е60, дарим, все. Сложились все армяне. Это в Америке уже тебе подарим. Слушай, это Финик, походу. Это не Финик, это я. Нет, нет, нет. Панель от Финика. Панель от Финика, но это не Финик. $11,700. Пятый год, 186 тысяч пробег. Mercedes CLS банан. Бля, как он мне нравится. Да мне тоже он очень нравится. Очень красивый. Так, это настройка. $7,900. Девятый год, 7200. 72 тысячи километров. Да. Ախպերս մի հատ կասեիր այդ կամբիները գրավեց որ ու՞մ է ցենի։ Так, BMW։ Էլի դա որ ինքը այժմ տարբերակ է։ Եվ կուզով։ Ничего нету. Обычные сиденья. 528. Так, Optima. 2.4 мотор, 12-й год. Нифига ничего нету. Больше информации имею в виду. Так. Camry. Ну, вот эту можно будет посмотреть. Вот это, я думаю, посмотрим. Заводской левый руль американец. А выпуск чей-то валяется. Ребят, я останавливаюсь только у тех машин, которые мне писали подписчики посмотреть. И я еще не все посмотрел. Так, а что это у нас? 10-й год? 5700 миль. Это 57 тысяч миль. 90 тысяч километров. Да. Хорошее состояние. Армянские транзитки, тряпка. Может, на самом деле, это 10-й год, с которым ты сказал, сколько я тебе сказал? Цена? Цена. 10-й год камни, которые. За 7, да? А, ну за 7 сказал. Да, за 7 вроде бы. Вот это? Зима. 6700 долларов.
Pathfinder. Nissan 6 год, 3.5. Так, Pathfinder 6 год, Murano 8 год. Pathfinder 4 литра, Murano 3.5. Ценника тоже нету. 8 год X-Trail. Перекидка. Кожа. Camry. Camry. Вот, кстати, отличный вариант. Десятый. Подкрашивали. Если бы это было бы 7000. Подкрашивали. Там идет краун стоял просто. Краун. Подкрашивали. Да? Вот здесь подкрашено. Дверь он просевший. Да, этот, вот эта дверь Менина. Как, ну не Менина, сделанный. Может, или Менина, бампер. Прям что-то очень. Слишком старый, может, его подкрасить. Капот потекший. Грубоватый ремонт. Там краун стоит. Сюда. Краун? Да, стоит. С той стороны мы туда дойдем. Капот вообще. Да. Краун вообще это большая редкость, потому что их очень плохо переделывают. Если он на правом руле, это просто золотая будет находка. Скай, да? Был, да? Я не видел. А, сайт первый, да, который мы видели? Лайк там был, конечно. Вот и сумка. Давай, садись, твоя машина. Еще до Саратова довезем кому-нибудь на ней. А там, это он, это где там? Ставится там внутри есть место. Баллон туда ставишь, не там. Вообще багажник. Сивая. Вообще не видно. Только давай опять, блин, ну. $7000, 8 год. Она растаможена уже? Номера. Перекидка. Салон тряпка. 2.5 литра. Кого заинтересует, звоните. Тачка в наличии. Пятый год, 115 тысяч километров. 2.3. Что? Что? Тиана. Тиана? А что ты, бля, хорошая, а что за мост? Хорошая. Перекидка. Тиана, япончик. Смотри, можно. Ни разу не видел. Да. Странно. Я поэтому говорю. Вот. Пойдем кран посмотрим. Мы сейчас туда обойдем и туда пройдем. Так, давай по порядку, чтобы все пройти. А
Это американец. Какой год? Не написано. Но он этот восстановлен. Не, он там панель. А это что? Камри американец, кожа. Салон прям в очень хорошем состоянии. Надо узнать, сколько стоит. Ну, это дорогой будет. Вот 40-уха. Ну, допустим. Смотри, шестерка Mazda. Вообще этот Skyactiv прям редкости, они только появились. Mazda. Какие? А, Mazda. Ну, у них движки Skyactiv, которые не переделываются. Четырнадцатый год, 70 тысяч километров. Блин, ну целый год. Да, да, что да, у нас? Финик? Финик левый руль. Техас. 3,5. Санек, надо узнать, сколько стоит он. Да, надо смотреть. Американец. А чем отличаются? G это вот Sky, а это M. Это типа фуга? Не, надо узнать. Отличный салон, реальный, прям очень хороший автомобиль. Мы сейчас будем узнавать все по нему. Санек, реально такой, ну, надо осмотреть почетче. А? Чуть-чуть есть. Блин, ну, это уже, знаешь, это расходник. Смотри, видишь, пришить панель. А, да. И он не очень качественный. Ну, что-то узнай. Битая перед. Ну, вот она, видать. Да, я вижу. Нет, он вообще не битый. Не битый. Ну это нет, это полировка. И вот это надо. Где он там сидит? Да, японский прикол. Иди в апреке, здесь. 50 год. И тоже нифига не понятно. Нет, нет.